Проект строительства моста через Лену сегодня обсудят в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. В разговоре примут участие представители Росавтодора, делегации Якутии и потенциальные инвесторы – китайские бизнесмены. Отметим, что глава Якутии Игорь Борисов на федеральном уровне не раз поднимал вопрос о строительстве моста, очень важного не только для Якутии, но и Дальнего Востока инфраструктурного объекта. Сегодня этим проектом занимается Минтранс. И у нас были, во-первых, мы рассмотрели в Санкт-Петербургском форуме на российско-китайском межправительственном форуме, и там включили этот проект для рассмотрения. И в следующем форуме российско-китайской комиссии мы этот вопрос будем уже внедрять и с точки зрения рассмотрения более конкретно. И сегодня китайская сторона заинтересована, появились несколько компаний, которые на условиях концессии могли бы участвовать в реализации этого проекта.